самый удачный дебют, как считаешь? Ну да, на самом деле, ну счет сам говорит за себя. Что там, 16-15 пропустили там. После десятки уже не считал даже. Ну что могу сказать, команда у нас новая, много новых ребят, как бы шторм у нас всего четверо. Вот, все остальные новые ребята, поэтому, ну что-то получалось, что-то не получалось. Как бы будем обсуждать, будем думать, что нам нужно менять в следующих играх, потому что выйти из группы все равно хочется, хоть и, ну, соперники, конечно, у нас не самые легкие, ну, абсолютно не легкие. Вот, как бы следующая игра все покажет, выиграем, если, то, возможно, какие-то призрачные шансы на выход из группы со второго места будут. Не выиграем, ну, соответственно, третью просто приехать и отыграть, как умеем, как можем. Ну, все, просто нужно будет красиво уйти, без всяких технических поражений там, и прочего. Вот у тебя я давал интервью Павел Галактионов, и он отметил, что по такой игре у вас шансов навряд ли вообще какие-то будут. Как ты думаешь? Ну, если мы будем продолжать так же играть, то, скорее всего, он был прав. Потому что много давали свободного пространства игрокам, много передач проходило. И в итоге они выходили там в 2-3 человека на одного там защитника, а то им сразу на вратаря. Нужно менять игру, нужно думать, что делать, как бы проводить инструктаж с командой. Ты следил вчера за игрой ваших соперников по групповому этапу? Да, мне довелось побывать на игре, я смотрел их игру. Ребята сильные, ребята крепкие. Вот, как бы нужно будет играть аккуратно, смотреть, как бы, ну. Играли они хорошо, как бы счет, то, что счет там всего 4-2 в пользу Лезгов, ты ни о чем еще не говори. То есть, возможно, тоже команды друг к другу присматривались после, так сказать, тряпка после долгого перерыва, а Лезгов так как таковая вообще не выступала на паркете, только на пляжке. Поэтому я думаю, что на них нужно конкретно настраиваться, чтобы мы могли дать бой. Да, вот последний вопрос. Планируешь сейчас следить за кем-то еще? Или чисто быть своей игрой и все? Да, конечно, у нас вот пол состава Шторма сейчас будет играть в Тиграх. Они играют с Союзом. Я останусь смотреть, буду как бы болеть за них, поддерживать. Хотелось бы, чтобы ребята тоже дали бой, потому что Союз тоже команда, ну, крепкая, сильная. В финале играет постоянно, периодически. Вот. Поэтому останусь, буду смотреть, поддерживать их. Спасибо.